Всех приветствую, вы на канале с усами своими руками. Я Наталья. Посмотрите, какая красивущая упаковка, просто шикарная ягода, такое хочется скушать. Сегодня будет небольшая распаковочка. Только что забрала заказ я от компании Поиск. Забрала я там вишню Дюк, это факел, гибрид вишни и черешни, средний срок созревания, плод красный. Так, кратко почитаем о сорте. Так, среднего сорта созревания, дерево слабо или среднерослое. Во взрослом состоянии высота не превышает 3-4 метра. Плоды красные, крупные 5-7 грамм, довольно-таки хорошие плоды. Окраска кожицы при перезревании темно-красная. Мякоть красная, мясистая, довольно плотная. Вкус кисло-сладкий. Приятный, дегустационная оценка 4,5 балла. Ну, здесь вот характеристики. Видите, от Поиска она, ну, шикарная ягода просто вообще. Так, начинает плодоносить на 2-5 год, какой-то разбег слишком большой. Продолжительность жизни дерева 15-30 лет. Ценится заранее созревание и хорошие вкусовые качества. Вот, в общем, забрала, сейчас буду я, вот она, факел. Очень хороший кустик, сейчас я вам его вот так, наверное, покажу. Вот так вот он хороший какой кустик, он уже дает зеленый, видите, почка уже вскрылась, поэтому буду сейчас вскрывать корневую систему, посмотрим, какой корешок. Вот видите, хороший, в принципе, ком, вот уже всасывающие корешочки. Вот видите, какая хорошая корневая система. Сейчас я замочу всасывающие уже корешочки, есть корешок, распрямлю. И, наверное, буду садить, я пока ее в горшок посажу, потом буду пересаживать, потому что у нас еще пока погода устаканится еще долго, а почка уже пошла, значит, уже все нужно скоренько. И, наверное, просто так покажу, распаковывать я корневую показывать не буду, потому что дерево спит. Так, это у меня, сейчас я покажу вам, что это слива медовая. Так, ранний крупноплодный зимостойкий медовый вкус. Вот такая вот беленькая. Что тут пишут? Плоды вообще крупнючие, 30-50 грамм, зимостойкий сорт. Тоже, видите, от компании Поиск. Очень хорошо упакован ком. Я надеюсь, что здесь хорошая корневая система. Но дело в том, что дерево спит, прям спит еще пока. И даже намека нет на просыпание, поэтому корневую я трогать не буду. И буду сохранять ее уже до высадки в грунт. Перед высадкой в грунт я ее уже... А, вот подвой. Вот здесь вот подвой лыча. Слива медовая, подвой лыча. Так, ранний срок созревания. Плод желтый с белым налетом. Такая вот красавица. В общем, буду я ее сохранять. Ну, наверное, везем ее в деревню. Там в теплице положу. И, в общем, будет она очень хорошая. Видите? Огромный прям ком. Ну, такой мягкий, довольно-таки влажный. Скорее всего, там то, что уже. В общем, я надеюсь, что оно... Единственное, что насторажит, я вот не люблю вот такие большие растения покупать. Вот когда вот такие вот маленькие, они приживаются очень хорошо. А вот такие вот большие, лучше покупать с закрытой корневой системой. А это, получается, открытая корневая система, что не всегда бывает хорошо. Бывает очень часто, особенно такие... Взрослые растения могут погибнуть. Поэтому как-то вот волнуюсь я немножко. Надеюсь, что будет все хорошо. Ай, вкуснятина. Ну вот еще хочу показать. Вчера буквально с Поиска забрала два саженца. Два вот таких вот дерева. Вот такой вот. Это грецкий орех пришел. И лещина пришла. Видите, лещина пришла уже... листочками. Лещина очень рано начинает цвести. А, ничего распаковывать не буду. Ком большой довольно-таки, потому что уже сейчас буду высаживать в грунт. А, как только маленечко у нас потеплеет, у нас опять что-то зима настала. Так, сейчас почитаю сорта, какие пришли. Так, фундук. Ой. Так, фундук обыкновенный, первенец сорт. Так, среднего срока созревания. Куст высотой 3,5 метра, плод крупный 2,5 грамма. Так, и пришел так, вот так вот, грецкий орех.
Скороплодный левина. Плод массы 8-14 грамм. Дерево высотой 4-5 метров. Скороплодный, зимостойкий. Очень хорошая такой прям ствол. Вот он. Красавчик. Вот такой вот низкорослый, скороплодный, зимостойкий, устойчивый к болезням. Но явно дерево живое, но еще пока спит. Вот, а это вот лещина-то уже дала цвет. Ой, цвет, листики уже дала, вчера его везла. Так, ну это у меня здесь вишня, слива тоже стоит, ждет своей очереди. Сразу буду высаживать, в общем. Ну а то, что с листиками, пришлось мне высадить уже в горшке. Буду высаживать немножечко попозже. Всем всего самого хорошего. Пиончик сидит, красавчик мой. Всем всего самого хорошего. Пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот поиск радует, в принципе. Пока, по крайней мере, довольны. Я думаю, что все саженцы живые. И все с ними будет хорошо. Всем пока.